Омским школам и детским садам не хватает педагогов. Сегодня в преддверии Дня учителя в Международном пресс-центре МКР Медиа работники городской системы образования и журналисты обсудили проблемы современных учителей омских школ. Среди основных – недостаток кадров. Демографический бум середины 2000-х ежегодно пополняет омские школы на 3-5 тысяч учеников, а выпускников, готовых стать учителями, больше не становится. Так, в 2016-м ряды педагогов пополнили лишь 190 человек. Больше других ощущается нехватка учителей начальных классов, математики и иностранных языков. Невысокие зарплаты и сверхурочную работу педагоги считают главной проблемой. Учительская ставка без дополнительных нагрузок всего 8164 рубля.